Третья карта, друзья, в рамках Weekend Cup номер 374 играют у нас команды Anime, Regex, они же Asperia и Just Play Dota 2. Судейский коллектив, скажем так, сегодня выступает в одной, если я не ошибаюсь, восьмой этого Weekend Cup. Да, 1/8. Ну и опять-таки у микрофонов для вас работает пара комментаторов. Я Just Feel и мой товарищ Тексас. Собственно, третья карта опять-таки. Ну и пикабаны. Ярослав, по твоему прогнозу, смотри, видим то же самое почти, что и в прошлой игре. Появляется Тускар, Слардар, и ребята миксанули еще и Андайнга, который появился в позапрошлой игре. И вот как думаешь, получится ли выйти победителями и в этот раз с такой стратегией? Ну, я не знаю, куда пойдут. Типа, если это дабла, снова Тускар, Слардар, то куда пойдет Андайн? Будет суппортировать просто на изи лейне или триплой пойти? Но триплой с тремя величниками идти против Гирыча, это тоже не особо, наверное, будет правильное решение. Смотри, пока не ясно. Смотри, судя по первой игре, ребята отправят Андайнга и Тускара... Ой, Андайнга саппортить, сейчас появится четвертый саб. А они будут сидеть со Слардаром. Вот как раз таки в первой игре они взяли Шейкера. Шейкера с сапом. А, только тогда вместо Слардара был ВК. То есть Undying, Шейкер и ВК стояли. А, Тускар, Соло Хард. Лина, скорее всего, будет на миде. Или саппортом. Скорее всего, саппортом, я думаю. Тут, в принципе, думаю, перспектива получше будет. Ну, не знаю. Лина больше на мидера похожа, как по мне. Ну, я думаю, все-таки рейндж сапа будет иметь немножко, скажем так, более перспективно. Вот так вот. Ну, возможно. Возможно. Ну, в общем, давай теперь по пику Just Play Dota 2. Судейский, опять-таки, коллектив. Ну что судейский, там вроде бы только один судья. На 1/5 судейский коллектив, вот так. Нормально. В общем, да, появляется еще спидбрекер. Собственно, Шейкер, Дазл, саппорт и Герокоптер. Керри. Да, Керри. И пара будет в харде. Верочку банят. Мидер как раз таки остался. Ну, его забанили как раз в Верку. Ну да, ясно. Довольно неплохо бы здесь подошла, кстати, против вот как раз таки того же самого Андайнга и Слардара, вот как раз. Она как бы в принципе против миличников хороша, там Шейком попадать несложно, а Тускар, когда врывается на сноуболе, он как раз и держит своих тиммейтов, ну так вот сказать, вблизи, и там шеклом промазать надо уметь. Очень надо уметь. Так, ну, собственно, по последним пикабанам и ворвемся на карту. Вот я ставлю на то, что сейчас у Anime Regex появится квапа. Ну, не знаю, тут как-то им надо заканчивать руку, мне кажется, пораньше. Да, тут флейтинг. Ну, снова, как бы, как в прошлой игре, там, напомню, там фрагов, не знаю, 20-ку, 20 минуте, а то и 40. И просто там, какого, набить преимущество и закончить быстренько игру. Потому что в лейте не факт. Хотя я видел, в принципе, там была игра, пацаны, по-моему, даже ради там в полуфинале проигрывали, жестко проигрывали там. Вообще был развал. Они, в общем, пишут ГГ, потом кто-то там, ну, отменяет, говорит, это типа, рыжанул малеха. И у них был Слардар там против, там, реально таких жестких, каких-то лейтгейма. У них там уже были айтемы, но у них там типа Слардар без айтема, все такое, это они комбайнули драку и выиграли игру в итоге. Я думал, что Слардар как бы в лите славы, особенно когда проиграны просто в салатину. Early game, в принципе, мидгейм тоже там был такой подпроигранный. А в итоге комбайнулись, как раз таки после Rage GG. Ты такое интересное слово придумал, салатину. Салатину? Да, что такое ты сказал? Это не я придумал. Ну, я знаю, в Соленова там... Ну, такой... есть Солетину. Солетина, ну, это, наверное, вот это да. Вот... Это, наверное, просто... вот я представляю себе в Солетину, это когда, например, у меня 6 уровень, а тот, кто проигрывает в Солетину, у него нулевой. Вот так я себе представляю в Солетину. Возможно. Возможно, так оно и есть. Так, ну, они в Magic, смотри, на этот раз они довольно уверенно пикают. На этот, опять-таки, раз у них... Уже минута бонус тайма есть, даже больше, минута 30 бонус тайма у них была. Ну им точно нужен какой-то рейнджовый герой. Вот непонятно какую позицию, но точно рейнджовый. Мне кажется, сейчас будет какой-нибудь интеллект. Вот идеально бы сюда заехал какой-нибудь инвокер, я думаю. Как раз неплохо он в мете себя показывает последний. И был бы смысл, как мне кажется. У нас получается, что капитан сейчас поменялся, ну кто пикает. Потому что в прошлой игре пикал Винни. И Криси не было. Был Басби второй. Ну, Басби второй это и есть, по-моему, Криси.
Но он поменял, так не Не-не-не. знаю, там аватарка тоже другая. Там, не-не-не, там аватарка была другая, да. Какая-то эротического содержания. Ну, в принципе, как и Басби, только там две было. Да-да-да. Так, ну и, собственно, Last Pick по-прежнему думают. Как-то у них очень часто замены происходят, скажем так. Но это именно тот состав, который я видел в первой игре. То есть Гвин, Криси, вот Басби первый, Атхара и Винни, который играл на ВК. Вот его, вот этот я состав помню хорошо, еще из первой игры. Кто-то задумались. Времени было много, как максимум времени потратили. А может быть, просто кто-то отошел. Ну, Разор появляется в итоге, А, в принципе, рыжовый. я говорил, рейнджовый какой-то. Ну, в принципе, вот краски Разор, это для early, для мидгейма, это самое то. Ну, краски... В лейт, конечно, можно выйти, но сложновато будет, если как бы на равных потом там драки какие-то пойдут, там Гирыч, Шейкер, как бы в драке они посильнее смотрятся. Ну смотри, Особенно... если будет предметы выфармлены к нужной минуте, то я думаю и Разор зайдет неплохо. Ну просто улетел, как бы Андайн становится слабее постоянно, как бы он там вообще ничего делать не будет. С Лордара, если там Гирыч как-то выйдет в айтемы, там может даже купить себе Скади, там все-таки три миличника, и как раз-таки с Лордар будет очень, как сказать, ему неприятно в драке. То есть еще флеком будет сбивать, у него, скорее всего, постоянно дагер, и он не может врываться, как-то может плохо закончиться лейт как раз-таки. Но от мидгейм нормально. Так, ну и в итоге получается, что у нас Last Pick, опять-таки не хватает только мидера. И против Разора сейчас нужно что-нибудь придумать. Потому что Разор в миде силен. Хотя... Лина в миде. В Подожди, а смысле? кто будет суппортом? Сардар опять будет или вот фармить уже? Не, смотри, Атхара будет играть на лине, скорее всего. Undying это Гин. Разор это Криси. И Стандарт это Винни. Вот. Вот как они будут играть. Ну, а кто будет фармить? Фармить будет Слардар. Разор в мидле будет стоять. Ну и теперь получается что? Не дают как-то. Вот пиком Разора ребята, похоже, полностью оборвали все планы на эту игру ребятам из судейского коллектива. А возможности намного проще, пацаны тоже отошли и ждут, пока кто-то вернется. Да. Ну что, залетел, ну шторм слабый стал. Он как-то в патче его так понерфили, что винрейт упал вообще до такой днины. Вот я сейчас зачекну на Не, ну сайте. знаешь, как бы вообще он... Мало того, что у него лейнинг был так плох до патча, так теперь он вообще ужасный. Ну то есть тут Не, как... лейн у него был норм, реально ультимейт как-то там слишком жестко ему порезали. Кстати, делал на шторм. Ну ремонты теперь стоят 100 маны с первого уровня, и это... Ну вот смотри, винрейт 42 и 88. Это совсем плохо. Это ужасно плохо. Да, у него винрейт же был, ну не знаю, ну порядка 53%. То есть упал на 9% винрейт с патчем. Это как-то слишком жестко его порезали или как-то слишком жестко на нем разучились играть. Но я сомневаюсь, конечно, что как бы настолько... Все плохо. Да, все плохо, что все как бы начали на нем сливать. Похоже, его реально уж слишком жестко порезали. Ну, Переборщили, похоже, Вальва. против Разора тут постоять, ну как? Слушай, а тут вообще Буланик, он же вроде бы сбивает второй или нет у Разора. Типа, не то, что ты там отлетишь далеко, а если ты именно подлетишь к Разору. По идее же собьется статик линк. Не. Ну, если ты улетишь от него, то да. А если ты будешь просто прыгать под ним, то нет. Ну ага, вот Ну как так. же он высасывает там Disruption, в сноуболе высасывает, под сном даже там, как бы под теми такими, под астралом от УД, он тоже продолжает дэмэдж сосать. Да, так, ну не воспринимай Блин, очень Лина мид. внимание. Лина с нулем, она идет мид. Ага, и значит все-таки у нас Она Атхара саппорт. саппорт, понятненько. Я так, ты, кстати, сказал же, так оно и будет, я это почувствовал. Видимо понравилось все-таки, как Сладар залетал с кучей. В кучу залетал, давал стан отличный, там по четверым, по пятерым залетал. Ну, в общем, Атхара хорошо отыграл в прошлой игре на Астрадаре. Ну да, краски с Тускаром они были норм, но Тиртусик, правда, не с ним, и сейчас так не получится вначале инициировать как-то нас при помощи сноубола, шардов и станчиком. Ну, в принципе, потом, когда соберутся вместе, то можно будет то же самое повторять. Да, наверное, пройтись по заставам. По составу, ну, в принципе, мы что тут уже как бы, собственно, и озвучили, кто как играет. Ну, кто на ком Ну, играет. у аниме, да, вроде бы, а вроде мы не зацепили вторую команду. Да, не зацепили.
Да, Just Play Dota. Кто у них получается? На Dazzle Neverly, SNG на Шейкере, Sega Mega Drive на Спиритбрейкере. Паша хорошо играет, там тому поставили, да, драка все пошла, но... Рудов подмут. Грейв почему-то. Психанул. Да, в общем, Паша, который хорошо играет у нас на Гирыче и Milky Way на Шторме. Как раз таки судья Страладера. Да. На уровне эксперт. На уровне эксперт. Да, его экспертное мнение судейское сейчас будет в чат писать: убьешь меня, получишь минус 200 ПТС. Да. Это новое правило. Есть как комментатор, это минус 500, а убийство, каждое убийство... Судьи... Минус сотни. И знаешь, только плюс техлуз. Да. Так, ну что ж, опять-таки 2-1-2, повторяется опыт второй игры, и посмотрим, насколько быстро закончится эта игра, и в чью пользу на этот раз. У меня, кстати, вчера из четырех игр было во всех четырех 2-1-2 против 2-1-2. Я так и не понял, что случилось с Дотой, почему так поменялось жестко, так сказать, лайнинг. Вроде бы 3-1-2 популярно, но 2-1-2 пореже. А вчера реально во всех играх и все команды ходили 2-1-2. Не то, что одна команда идет 2-1-2, а именно обе. Вот знаешь, зная тебя, я подумал, что когда ты скажешь... вчера у меня было 4 игры, и из 4 игр у меня были 4 техлуза. Ну да, такое тоже есть, но слава богу нет. Я, в принципе, начал ближе к финалу, там к финалу пацаны играли. Ты такой обычно заходишь: ребята, у меня 5 игр, 4 из них техлуза. Он везет меня, бывает на такие, я поэтому как раз и перестал с самого начала начинать. Потому что там шанс, что я начну, маловат. Я правильно запускаю, у меня стрим идет 2 часа, музыка играет. Потом матч 10 минут и опять пауза. Знаешь, такой еще тоже по техлузу там кто-то вылетел, мама позвала кушать, играть не хочется, все такое. Это... У меня в финале было уже 4 техлуза, это как-то даже странно. У меня в финале было в 3 викинг-капах и в одном, какой-то еще финале был, вот не помню, там или групп, нет, там все-таки не финал был, там такой просто решающий матч, и просто пацаны сказали: не, мы не хотим катать. Зачем? А помнишь, мы вот с тобой комментировали фасткап, ребята закончили полуфинал, такие: ребята, у нас там квалы в про, поэтому мы эту игру не играем. Ну, а, да. У меня тоже было, ну, в этих квалах в про. Вроде бы квалы в про уже 3-й раунд, и пацаны просто техлузом не пришли. Может, у них просто была ситуация в группе хорошая, типа, они и так выйдут. Так не, там были те квалы, которые понял, сэми команды играют в Promoter to League, там, как бы, если ты вылетаешь, то ты вылетаешь. Где Best of 3, там... А, я думал, раунд 3, типа, ну, пишется на сайте, типа, раунд 3, там, где группа по воле. Не, ну, раунд 3, типа, третий матч. Ну, там же по матчу в день, получается, как бы. Да. Типа, по раундам. В этом роде. Да, по раундам. Так, младушки, откроем статистику по ласке. Там тут, в принципе, уже можно сделать какие-то предварительные прогнозы. Ну, топ, по сути, Кэрри Мидер, в принципе, все и понятно. Вот, неплохо фармит в харде Братрум, 2 ласкитаж. Теперь ему, может быть, хватит на в Рафбанд, Айрон Бранч. Так, сзади обходит. От Хара с дабл дэмэджем, сосуд дамаг. Хорошо, стан прямо под разгон, ну и Винни. На первом, кстати, Клинки режет и, скорее всего, срежет, да. И от Хари фраг. На топе тоже фраг. Гиры сейчас там бутсали все-таки. И без тамбы. А, нет, тамбу развалили уже. Да. А, нет, тамба стоял далеко. Так, подожди, я не понял, как это получилось? Стоит у нас, получается, здесь тамба, а здесь умирает Гирыч. То есть они, получается, поставили тамбу, начали отступать, и Гирыч погнался и, типа, слишком далеко зашел? Не знаю. Получается так, ну как-то не странно, смотри, если тамба здесь, то, ну, как большая вероятность, что они отступали, а Гирыч умер здесь. Наверное, слишком себя почувствовал, силу, но второй левел, не знаю, почему он так быканул. Были бы хотя бы баражи вторые, то ладно, но с первыми баражами вряд ли получится так. Undyne, который DK именно спамил. Так, убить. Ну, собственно, все готовы. Опять какие-то паузы по минутке. Ну, там, смотри, ФК же просто минус, что он получает станчик, я за двоечкой минус. Он просто не двигается. Лол. Может быть, какие-то баги? Может быть, он, знаешь, мы писали вопрос к судейским, он начал отвечать, его убили. На форум зашел, ребят, подождите, паузу подержите, я пока там отвечу на фасткапчике. Ну не знаю, он реально АФК стоял. Уже второй раз, кстати. Он стоял, когда игра пошла, крипов не поступил, просто тут постоял секунд 10. И сейчас просто встал под вышку и стоял в АФК. Как раз получил станок просто в таверну. Может, он попутно играет в Counter-Strike? Тоже на Старладере. Восу, да, тоже неплохой вариант. Так, Баратрум получает очередной статик-линк.
Разгон. Ой, Атхара станчик. Плохо. Нет, не словил тайминг, но тем не менее. Спиритбрейкера прогнали с сложной линии. Но вот Тускар с андайвингом, в принципе, еще есть какой-то шанс до 6 уровня забрать соперников на линии. Да тут Экспук сильно ворует у Гирыча. Он все еще 3-й левел, и суппорты тоже 3-й, 3,5. Как-то подворовывают. Хотя, в принципе, там как-то у всех 3-й левел. Пятерых, фактически. Сопортящий состав немножко стилит Экспу. Так, ну ладно, Баратрум на хосте пытается получать Экспу. Ну, как по мне, Шейкер мог бы Лину подогнать в миду. Не знаю, почему он до сих пор здесь стоит, никуда не ходит. Есть сапог, в принципе. Он просто как-то стоит и все. Ничего не делает. Да, ну и тут как бы... Вот смотрю такой на эту даблу против спиритбрекера и думаю, блин, как же бы сюда подъехал... Заехал бы сюда хорошо какой-нибудь Шейкер такой. Дал фиссурку там, прибежал от Хара, сбил разгон такой, там, статик линк. Там больше против Бары нравится Рубен. Во-первых, его так прикольно останавливает, когда он на нем мчится. Просто телекинез откинул, еще и ворует у него чаржик и просто мчится. Мне кажется, Shadow Demon тоже неплох, вот как раз. Disruption закинул там. Ну да. Башат иллюзии такие, так. Там сверху агрессия. На Шейкера, да. Накидывают дикей, фиссурка. Ну, фиссура имитатор какой-то. Так, работает у нас тамба и ПВП просто Базби. Разгон дал Баратрум с Рашпита, минус Шейкер. Тамбу сбривают, отдают господи, андайнгу. Герокоптеру отличные шарды на этот подазлу. Станчик пошел, Грейв работает. Баратрум уже на подлете. Отменил все-таки он разбег. И дазл на орбы венами отлетает тот от Хары. 2-0 от Хара. Мы шторм уже здесь. Так, шторм. Пятером сместились. С ультимейтом, но без стопка и без солринга. Пока опасно. Но вортекс есть зато. Базби ловят. Шторм. Вортексирует, но почему не пошел первый? Там отличный дикей по троим. Да, ой, башит. Сейчас Баратрум. И нужно переключиться на Тускара. Ударчик, нет стан. И сейчас будет минус 3. Ой, фиссурой. Бедняжка, развернул, хотел закинуть шарды, и фиссура залетела. Подхил на дабл дэмэджи, Лина. Минус Шейкер. Погоня, стан, хорошо. Дазл второй раз минус. Это уже минус 5, 5, да. И, кстати, зацени количество дикеев у Андрайнга. Неплохо. Просто... Так, Лина, встанчик в лицо и дабл дэмэдж минус 6. В размен на одного. А там Тусика тоже так на халяву забрали, просто там почти кончиком фиссуры зацепило. Он хотел, как раз его класса подсейвили, там он бежал в сторону Лины, она кастаном откинулся по толпе. Он хотел закинуть шарды, чтобы еще больше продамажить, но фиссура по ему все-таки залетела. Фиссура, Артур, фиссура. Артур, фиссура 6-6, ладно. СНГ фиссура. Да, СНГ фиссура. Тускар без ультимейта пытается загрессировать на гайрокоптера. Гай. Ну, по левелу слабо вообще. Так, на ботами агрессия, на Вини. Пошел Вортекс, да, кстати, Клинк ворует. Хорошо дамажку. Сейчас бы стики, но нет. 73 дамаги сворованы и Милки Вей без солринга. А могу еще ПТ-шку включить на силу. Да. Там вообще всех не убили. Стики только сейчас доехали, кстати. Да толстый разор, его так убить не получится. Очень толстый разор. Да еще и прилетела ему фласка. Можно сейчас сделать ответку. Заагрессировать какого-нибудь Баратрума. Amplify damage пока что не прокачан. Там Лина почти с юлом. Да Лина вообще себя неплохо чувствует в этой игре на самом-то деле. Ну, трипл килл как бы на 100 минут. Баратрум разбегается. Баратрум разбегается, его Рошан не забашил. Должен спалить это Атхара. Ну, дай инфу же. Так. Да, Лина быстрая, она сейчас идет к андайну, потом там опускается и, в принципе, можно драться. Так, прилетает Баратрум, ну отмени же ты, хорошо. Ну не знаю, почему, кстати, ману не регенил. Он как бы просто отступал, ману не регенил, мог бы как раз таки и поймать, если потом получилось, если помчался дальше бара. Так, ну и теперь Лина с фулл маной, плюс почти 9 уровень, готова дать по лицу кому-то. Делает телепорт на мид, сейчас будет там заваруха. Драка за респект. Ну, сладал с арканами. Да, но без Amplify Damage пока что. Так, ну, я думаю, этот файт будет, скажем так, решающим
в июле для Лины, если все пойдет хорошо. Ну, пока видим то, что по сути как-то слева пытаются играть, дают кларити Storm Spirit'у. Тут надо ждать Мекки на разоре. Уже с Меккой можно будет идти толпой. Ну, в принципе, Стелла тоже взять. А он Будет Мекку себе помощь. делает? Ну, я думаю, да, но, в принципе, что будет разор? Мекки Нет. тут, в принципе, никого не появится. Ну, может, как-то Базби. точно собрать. Базби хочет Мекку. Смотри, он как раз Аркан. Он и в прошлой игре брал Мекку. Или в А позапрошлой. тут Аркан уже три пары, если что. Андайн тоже как бы собирает Мекку. Ну, бывает, что Андайн собирает Мекку даже довольно-таки часто. Тускар собирает Мекку, Разор собирает Мекку. Ну, как бы из таких героев, которые, как бы, в принципе, собирают Мекку и частенько. Ну, я думаю... Ой, сноубол, классно. Как раз водород полился. Так, драка на топе. Кулдаун хороший, под фиссуркой стоят. Пошел Волрус по Шейкеру, да, минус. Еще и Гин прилетает, хороший. Плазмофилд, но ультимейт от Тут Лина рядом. Маркрума. Так, Лина накидывает Драгонслейв. Дерутся, дерутся. Ультимейт в кого-то, срочно. Все фласки юзают, да, минус Баратрум. 2 в Там сейчас 1. прилетает подарочек. От Хара, что же он делает, как сумасшедший? Рух, Курьер рух, рух! Баш! Да ладно! Лол. Как так? Вот это рафляночка. Да, это нормач. Такой ралли-кит, так машет, крышками машет, но двигаться не может. Блин, ну это, конечно, просто момент на миллион. Так, за СНГМ гонится от Хара. Станчик пошел, амплифай дэмэдж. Экстрем будет. Да, но тут все равно минус Ну, шейкер. молоко. Падает Т1. Бартрум разгонгался, кстати, на Винни. Разгонгался. И он сейчас нет, отменяет все-таки. Разгон, хотя мог убить, в принципе, нет, там не было ультимейта. Ну, как-то игра напоминает прошлую. Но я был прав, Разор 9,5 по собирает голде, Сашу по Яшу. СТ5. Там проблема. Да. Опять. Хотя нет, разор все-таки не Мекку. Разор, Я который ж Яш. говорю, что он будет себе Сашу Яшу быстренько А кого делать. Мека? Я говорю Тускар. Смотри, у него вон Chainmail и Iron А, да. Branch. Ну, возможно. Разор будет калечить. Ну, в принципе, тузик тоже норм. Так, ну пока что мы видим. 11-3, тут 7500, 5. Пока все довольно-таки неплохо. Я думаю, опять взрать две стороны, в принципе, будет довольно неплохим вариантом. Потом на Рошана сделать 3 ультракилла за 3 минуты и закончить игру. Нужен рэмпэдж. Нужен рэмпейдж. Да, квапы не хватает. Ну да, в принципе, ледяной рэмпэдж сделать послаще, чем квапой. Надо стычки наваливать. Так, Герокоптер с Морбит Маской может сейчас под Адхарой погибнуть. Под медалькой еще и смотри. Ой, да. Паша, который варит кашу, отступает. Ну, просто Гирыч на фазах слишком быстрый. Да, ну тут Лина еще имеет с Юльчик. Плюс поинт бустера. Догонима недолго. Отфармливает крипов. Баунти рунку. Ну, 5-0 Сладар пока. решил покупать себе краски медальку в этой игре. Сначала без дайгера. Ну, купил себе медаль. Ну, Solar Crest, да, скорее всего. На Разора там какого-нибудь. Да, можно даже купить как бы медальку и Solar Crest как бы одновременно. Ну, только не на разных героях. Там минус армор. 14 загонятелей плюс 14 армора, это жестко. Ну, я думаю, Тускару есть смысл собрать медальку, в принципе. У него и так армора не особо Да, много. наверное, лучше на дайнгу. Тускар будет выходить себе как раз таки в Мекку, у него будет от Чимела 5 армора, и Андайн себе тоже добавит армора, будет нормыч. Я готов предсказать, скажем так, что Undying соберет себе Solar... Ой, Solar Quest, Lotus Orb. Да, вот Сорда на Дайнинг круто заходит, только уже после Аганима. Ну да, тут Там реально, Аганим там быстро. кулдаун, когда на Диге становится, там, 3.20 примерно. Смотри, тут сразу две меки. У Тускара и у Undying. Ну, кстати, Мека и Гвардиан Грисса не работают вместе. Ну да. Но тем не менее. Ну, почему нет? Там Баров мчится за курьером, но он его не убьет. Да, Баши, у него бары не башек не... проходят. Да, башек бары курьера не бахнет, к А вот если сожалению. мог бы Бара разняться на чарже за курьером? Такой, знаешь, этот, Формула 1 такой. На хосте уже пытается курьер убежать, такой прям под фонтан. И тут Баратрум такой, баш! Из этого можно сделать такую, знаешь, трагедию. Показывать в кино. О том, как маленький курьер не смог. Ну, как-то не особо дефают вышку.
Ну, бояться просто нечем драться. Видишь, ХСМ появился, хотя блинка нету. Так, Milky Way залетает. Тут и Братрум, ультимейт, Вортекс. Это будет доджить сноуболом, да. Да, ой, ультимейт по Milky Way, кулдаун только по Разору, Undying, ультимейт от Шейкера. Ставит стамбай, шарды, наваливают статик линк. Грейв на гирокоптере. Ну, по-моему, это не вайф. Куда-то, наверное, уйдет. Хороший статик, ой, статик линк. Плазмофилд, и это минус 4 в размен на двоих. Саппортов причем. Ну да, нормыч. Вполне прилично. Сойдет. Ну, а, в принципе, полторашка по голде, 200 по экспе. Хотя, аж 1000 заработали за два фрага здесь. У нас как раз таки команда судьи. Команда судьи. Давай будем называть ее команда судьи. Звучит эпично. Судья Дред прям как... Ну, собственно, Саша Яш появляется все-таки у Разора. Там, думаю, и Тускару недалеко до Мяки. 200 голды не хватает. Заспорили, чтобы покупать Мекку. Я куплю Мекку. Нет, я куплю Мекку. И просто две штуки. И только, знаешь, нет. Две Мекки, и одновременно их юзают, и под хил только один. Да, две Мекки, два Владмира, и нормально. Поехали. И два Пайпа заодно. Пойдет. Они же стакаются, пацаны. Так, могут Milky Way сейчас найти. От Хара, рядом. Тут и Дазл. Его могут спалить. Бедноват. Да я сейчас посмотрю. 1300 нетворса, очень неплохо. Ладно, 1300 нетворса, для одной темы. Ну да, я же говорю. У него как бы есть деньги, конечно. На арканы хотя бы сейчас будут. Хоть что-то. Ну да, хоть какую-то... в принципе, Storm Spirit тоже особо деньгами не блещет. Да тут вообще по нетворсу только вроде бы гирокоптер как-то более-менее себя неплохо чувствует. Делает себе Сашу Яшу тоже. Ну, Кирич на уровне хардлейнового Тускара, это тоже как-то не особо норм. На уровне саппорта Стардара, я бы сказал. Почти. Не, ну Стардара там как бы нормально прифармит, но 1500 это пойдет. Ну а так 400 голды от Тусика, это маловато. Ну Рашпит, собственно, ребята берут. Быстренько падает. Да, блин, там медалька, там Amplify Damage. Только Проторазор, такой себе ДПСер. Да. Пока дамаги у него не особо много, сейчас Sega Mega Drive может пойти и слиться, но у него Клака. И зато он сдохнет с Клакой. Вот это вот самое, наверное, для него. Самая лучшая для него новость. Так, Кагним доезжает линия. Хорошая фиссурка. Тут резает сразу всех. И смотри, теперь Рошана тут очень трудно забрать, потому что фиссура стоит, хотя нет. Вроде бы можно все-таки его пикнуть. Ну и спустя 2 минуты... пиляние, все-таки Рошан падает. Нет, как-то ты переборщил 2 минутами. Ну, полтора. Лина в опасности. Надо вил поднять и просто уходить. А, не там хирыч еще, бедняга. Никак не уйти. Ой-ой-ой, гирокоптер, нет, тычка слишком слабая. Хотя, слушай, у меня Лина, вот мне кажется, что Лина бегает всю игру вообще с этой руной регенерации просто. Я как ни на эту Лину не глянул, у нее вечно эта руна регенерации. Так, ловят Баратрум, Волдрус Панч пошел под медалькой. Грейв хорошо, разгон на ботом и Разор нам забашился. Не может. А смотри, 1500 налило за Лину. Мало того, что стрик сбили в 800 голды, так еще и сверху залилась половина от этой суммы на атисты. Так, ну Рошан потихонечку... Ой, Рошан, господи. Падает потихонечку Т2. Остается последний внешний тавер, как только снесут. Мидл. И это на самом деле уже довольно трудновато дефать. Ну вот из плюсов это то, что Шейкер вроде норм. Ну Шейкер... Но у меня 1750. Я вчера игру смотрел, там были... Был бы хотя Баунти Хантер, там была куча сделано трек киллов. Но дагер у Шейкера появился на 34-й минуте, когда они выигрывали просто на 30-ку. Я не знаю, как так получилось, почему он был настолько бедный. Как-то я совсем не понял такого момента. Вот реально, там три киллы, там фрагов, там преимущество по фрагам, наверное, штук в 25. Плюс преимущество вообще 30 тысяч. Ну, так, ловят Milky Way, ультимейт минус Milky Way. Там еще контрольный сноубол накатился, вкатал его в землю уже. Я думаю, можно было бы еще контрольный кого там закинуть. Самбул. Можно было самбул поставить вверх, знаешь, как на этот, надгробие. Контрольный ультимейт. Надгробие. Неплохо придумал.
Ну там, кстати, вот эта тамба такая и так себе, а та, которая с инта была, вот эта золотая, знаешь, поставил такую золотую тамбу сверху. Так, шейкера ловят. Подстанчик. Драгонслейв. Хорошо, кулдаун работает Грейв на шейкере. Вини не срезает дамаги. Шейкер ультимейт. И в итоге, да, Ой, разор. разор там. Разоживет, разоживет. Засейвили, да ладно, Меку, Меку, Меку. Паша погибает. Милкивей рейсается. Сзади Баратрум дерется, двоих срезает. Под тамбой дерутся. А там Аегас было, да. Я думаю, у кого же Аегас, никто не Так, отключается. Слардар. Да, ну тут минус 3 в размен на Двукей. троих. Троих, да. Падает мид потихоньку. 2400 у Разора. И пока все довольно спокойно. Близится к завершению, скажем так. Шокирос, мне, в принципе, будет дайвер, можно подефать в сторону какую-то будет. Потерять мид, ну, такое, не особо и страшно. Так, Баратум залетает. Сразу троих башит. Шейкер, фиссурка. Ну, Атхара на добить хотя бы подхиле. барак, транжовый и уйти. Да, разворач до конца, и можно уходить. Сосет дамагу у Баратрума. 56. Шейкер. Ну, там же гиры сидит, Стаканчика. сейчас будет Ой, еще очередной телепорт. залет. Смотри, тут гирокоптер готов с кулдауном. Но все далеко стоят. Фиссурка хорошая. Это будет минус 2. Раз, минус. Ну, хотя там... Атхар на спринте там нормально на пятку дает. Да. Он сейчас подворот не спалится, но не, вардо нема. Там бара на него не зачаржится и прицел уходит. Ну а бара влип. Ой, Баратрум на стан попадает и минус Бара. Он, кстати, в прошлый раз убил Глину, и она теперь мстит просто. Не, ну в принципе норм. Она Они забрали мстит на сторону. Юле. Сторм попадается с лейвом. И... О, да. Это минус. Milky Way уже в третий раз подряд на миде. Скажем так. Ну, у Шейкера уже дагер. Да, неплохо. Правда, Хэслэма нету. Шейкер с Дагеросом. Да, Сола появился уже у селедочки. И пайп делает себе. А, смотри, эта хтс была не на Меку, там на пайп же. Пайп как-то сейчас редко собирают. Как раз таки хтс это было не на вторую Меку, а Подожди, на пайпетке. хедреска на пайп? Да, лол. Это нав... Я только сейчас вспомнил то, что хедраска с пайп делает. Так, кулдаун под фиссурой. Дерутся. Баратрум залетает. Баш по четверым. А с Но, глимером. да, никого больше нету. Прилетает. Милкивей ломает тамбу. Дальше драка за респект продолжается. Падает барак. 2 секунды до Эхослэма. Эхослэм в землю! Да ладно! Сейчас смотри, как они сайт классно. Вот так Да, как дам пахнуть. Шарды. дезавятор Шарды падает раз, падает два. залетали. Еще и за дазликом. Ну там слишком быстренько он убегает. Блин, ну это Техослэм. Но Блин. это все Тускар. Он закинул в него краски шарды и там оставался там, пару секунд краски до завершения кулдауна. Ух, Гирыч выжил. Да. 50 хп. Краски оставался там до кулдауна 2 секунды. Занимал так позицию, там краски рядом, но все стояли практически в пятером. Ну, здесь, получается, их было пятеро. Там Если мог бы был блинк, взорваться. то это был бы минус 5, скорее всего. Да. Но по земле шарахнул. Так, кулдаун, Баратрум здесь же. В Глиммер опять уходит. Крысус. За ним Тускар накатывается. Глиммер сейчас упадет, да. Ультимейт по андаингу. Ой, башики прут-то как хорошо. Сразу два подряд. Кстати, Клинк ворует Винни дамаг. Под дизиатором дерется. Байбек от Байбек. Гирокоптера. Шторм ловит. Есть стики. Разбег пошел от Хара. От Хара, станчик. Хорошо, от Хара на фиссуре дерется и Чизи. Кризи Чизи. От Хара убегает. Тут пытается Винни подраться под ультимейтом. Milky Way без маны погонится за Разором. Ну, достать Погонится. его нечем. Но тут Ну, секунда телепорт. нет. Ах, плохо. Норм, тим вайп. Ну, слушай, все равно сделали вайп, тем не менее. Пусть и не с Эхослэма, но все же сделали вайп. 5000. Пять Голды. тысяч. Естественно, на экспы. Гирич байбек почти в ноль себя вывел. Почти 6000, почти 6000. Да, норм. Ну, в принципе, там графики были в районе 20-очки, так что до камбэка еще далеко. Да, плюс две стороны почти упали. Там куча предметов имеется, поэтому хардово будет. Ну вот шторм совсем-совсем плох. Как-то. У него нетворс, как у своего шейкера. А шейкер здесь тоже не особо-то и хорош. Ну просто тоже сложно было стоять против Лины, как бы, и тут постоянно какие-то Знаю. ганги на топ приходится перетягиваться, отдавать жизни, отдавать голду. Это как бы шторм, может даже как бы стаки пофармить в лесу. Или просто в лес уйти нам с левелом.
Он этого не сделал, и в итоге у него 5600 на творца после камбэка, как бы. Ну, отыграли дофига денег, а у него ничего не появилось. И как бы не особо он поднялся по нетворсу. Да, ну там гирокоптер пытается что-то выфармить. Сашу Яшу себе сделал на такой-то минуте. Ну как такая-то минута? 24-я минута, в принципе, это так, знаешь, как в мидгейм должно начинаться, по идее. Ну, не знаю, не знаю. Пока я вижу только что, что... Ну, блин. Я вижу Солянова. Ты, кстати, насколько часто видишь покупку Кримсона? Ну, не знаю, раз, может быть, в 15 игр. Да, там вообще как-то редко появляется. Там же на Кримсон тоже можно так подумать, что это мека, а там Баклер на самом деле. Ну и походу снизу просто последние Т2, зайдут на Рошана в очередной раз и будут уже выносить трон. Я, кстати, не понял по поводу Бары. Вот, получается, у него есть Сенч, у него был, как бы, Шадоу Амулет, и он купил себе Глиммер. Возможно, у него как раз и была Клака, он Клаку купил просто, как бы, ну, для того, чтобы резиститься, и хотел выходить себе в Silver Rage, но, похоже, по Клака случайно собрался, не успел разобрать, и пришлось теперь бегать с Клакой. Ну, как-то на это похоже, потому что денег фармит, похоже, фармит на как раз таки Зоар Квест. Так. И уже был бы. Дальше идет драка. Ну, зачем смотрю, ну, хайграунд стоит так. Идет драка без контакта пока что. Просто кидают с пылами обе команды. Друг а, вард нашли, лол. Норм. Неплохо, неплохо. Так, у них в смоке почему-то бегает шейкер. Топ ну, ждет, хочет ворваться. Очень хочет ворваться. А, ну, алибард, это ожидаем атак, на вортексе ловят Стардара. Фисурка хорошая, ну, да, там статек стелл, поэтому его бы словили в любом случае. Милки Вей ловит на стан, минус Милки Вей, байбека нету, 46 секунд. Его постоянно, у него, он постоянно резится 46 секунд, он будто левел вообще не гетит. В принципе, он на голову совсем не собирает. Ой, шейкер, хороший хастлем, но... Ну, да, он пошел. Такой. Ну, поймать всех в шарик, почему же Тускар? Да ладно, Базбину там режет. Разор, это уже минус 3, минус Дазл еще и пошли. Отхил, отхил жесткий, ПП. ППЦЗ. ППЦЗ это, ну, даже а если... А тимвайп будет? Скоро он пойдет раньше или тимвайп? Давай, ну... пилите, пилите! Да. А, нет, не успели. Парочку ХП оставалось. Что ж так? Ну, пока что анимешники... ППЦЗ. Ну, собственно, анимешники выносят третью катку без каких-либо проблем в 1-8. Дальше нас ждет четвертьфинал. После чего мы ворвемся на полуфинал и сам финал. То есть три катки у нас остается, друзья. У нас тут на следующий матч вроде бы норм заруба. Там команда Сэмми. Сэмми коллектив, да, Сэмми коллектив. И, друзья, да, мы пока уходим на музыкальную паузу небольшую. Спасибо за игру команде судейской. Let's just play Dota 2. Ну, а Asperia, они же Anime Regex, проходят дальше. Да, друзья, на этом мы уходим на небольшую музыкальную паузу. Вернемся буквально минут через 5-10, потому что команда соперника уже имеется. Ну а вы никуда не расходитесь, мы скоро будем.